А ты не видела нашу новую куклу? Неа, Саш, ты же последняя с ней возилась. Посмотри у себя в кровати. Так смотрела уже. Нет тут ее. Может, мне у тебя посмотреть? Ха, хочешь, смотри. Но у меня ее тоже нет. Действительно нет. Может, мама ее взяла? Саш, ну зачем маме наша кукла? Точно, точно, ее наш жулик забрал. Проник в комнату, пока мы спали, и стащил незаметно нашу новую куклу. А жулику она зачем, Саш? Ну, не знаю. А может, он захотел показать нашу куклу своему новому другу? Первый пошел. Ого, мам, ты что, двойника жулика решила тоже искупать? Ну, конечно. А чем же он не заслужил быть чистеньким, как наш жулик? Мам, так жулик — это же наш питомец, а это какой-то... Это тоже. Теперь это тоже наш питомец, девочки. И пока мы не найдем его хозяина, он будет жить с нами. По-моему, наша мама не на шутку полюбила собак. Но мы не по этому поводу к тебе пришли. А по какому? Мам, Саша потеряла нашу новую куклу. А чего сразу Саша? Я вообще-то ничего не потеряла. Просто временно не могу ее найти. Да. Как-то, девочки, вы не очень уж бережно к игрушкам своим относитесь. Жулик, ты не брал случайно игрушку Саши и Алисы? А ты, жулик номер 2? Мам, а эта собачка тоже будет жуликом? Ну, пока да. А вечером на семейном совете придумаем ему что-то новенькое. Так брал или нет? Алис, возьми трубку, дочка. Алло. Да, тетя Тиффани, мама рядом. И дай ей, пожалуйста, трубочку, дорогая. Да, Тиффани, привет. Привет, привет, Барби. Ну, значит, слушай, подруга. Ой, подожди, Тиффани, сейчас за стол присяду. Значит, решила я палатку, ну, с которой мы на вылазку ездили, разложить дома. Попылесосить, протереть, в общем, подготовить к следующему сезону. Раскладываю, значит, а там кукла какая-то лежит. Вот и подумала тебя набрать. Девочки, наверное, твои забыли ее. Вот это да! А они ее обыскались. Ну, тогда мы вечером с булочкой к вам в гости заскочим и куколку заодно вернем. Ура! Кукла нашлась! Булочка, только веди себя прилично и держись подальше от этого дворняшки-жулика. Всем привет! Никого нет? Только жулик один тут как тут. Булка, я ж тебе сказала, держись от него подальше. А, вот вы где, девочки. Жулик, ты тоже уже здесь? Ну ты и быстрый, однако. Спасибо, тетя Тиффани. Мы думали, мы больше никогда нашу Тильду не увидим. Ну, вы, девочки, с куколкой и с жуликом тут играйтесь, а мы с мамой на кухню болтать пойдем. И желательно двери закрыть. Теперь этот жулик не страшен для моей булочки. Что ты будешь, Тиффани? Чай или кофе? Жулик, ты уже здесь?